Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте, да. Очень рады, что вы нас не забыли. Мы вас, конечно, тоже. Спасибо, что разделили сегодня с нами эту историческую вечеринку. Новейшая история страны в истории звука легендарных ДДТ 80-е, 90-е, 2000-е. Песни разных эпох сопровождались соответствующими каждому из трех периодов хроникой и световым оформлением. Рожденный в СССР. Милиционер в рок-клубе «Конвейер Змей Петров». Вместе с легендарной группой публика не только пела, но и танцевала под старый добрый рок-н-ролл. Обладательница мощнейшего голоса, бэк-вокалистка ДДТ Алена Романова, сольно исполнила песню «Стороной дождь». Более 30 песен, почти трехчасовая программа. Юрий Шевчук прерывался лишь на общение с поклонниками. От нас все зависит, только от нас. Ой, Господи, главное, чтобы войны не было. Это точно, да. Сейчас очень много милитаристских настроений. Они душат очень. Вот меня душат, не знаю, как вас. Опять там, не знаю, я не согласен. Ну что же, дай Бог, дай Бог. Поехали. Раз, два, раз, два, три. Песню «Ветер» ДДТ посвятили памяти ушедших легенд русского рока. Исполнили музыканты и в последнюю осень, и «Метель». И будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной. В завершении концерта прозвучала и песня из нового альбома ДДТ, работу над которым музыканты закончат совсем скоро. А на бис под бурные овации зала легендарная группа исполнила песни «Родина» и «Это все». Набережная, Станислав Лазебный, новости на восьмом.